Всем здравствуйте, меня зовут Малик Екатерина, я студентка первого курса колледжа информатики и связи. Почему я решила поучаствовать все-таки в этом конкурсе? Наверное, я решила доказать самой себе, что это на самом деле не все так страшно, что эта ступень не подвластна. 4 года я занималась профессиональным волейболом. Я очень творческий человек на самом деле. Я пробовала себя абсолютно во всем. И даже сейчас в колледже я ведущая, я участвую в команде КВН, я капитан команды. Что еще сказать? Представьте, что вы ведущая мисс «Нефтегаз». Хорошо. Давайте. Итак, а сейчас на сцене появится еще одна самая прекрасная и очаровательная девушка одного из наших колледжей. Да, вот хорошо, пускай. А пошутить вы же, наверное, точно способны. Хорошо. Ну чем мистер «Нефтегаз» отличается от мисс «Нефтегаз»? Мистер от мисс, наверное, все-таки мальчик и девочка. Ну да. На самом деле, все-таки чаще всего, когда девушка становится мисс «Нефтегаз», то есть награда, заслуженное, точнее, звание, чаще всего говорят, ну, наверное, все-таки она знакома с кем-то из жюри. Неплохо. Все, спасибо. Спасибо, нам все предельно ясно.